Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поработаем мы с вами с амхом. Недавно мы получили огромную посылочку с природным богатством. Там было несколько видов мха, кора. И вот сегодня мы разместим наш мох, который шел именно для контейнера, тот самый контейнер. И посмотрим, может с вами что-нибудь сегодня и пересадим. Кто не видел получение мха, посылочку, я оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Пройдите, посмотрите. Мох замечательный, жирный в основном. Этот мох тоненький, но он идет, он хорошо растет в контейнере. Я об этом там все рассказываю. Значит, что мы делаем? Этот мох специально мне Лена прислала для контейнера. Он не, его не перебирали, он снят вот прям пластами. Мы его также пластами и поставим. Сейчас он может быть где-то бледненький, но кто смотрит мои видео, в этом контейнере находился всю зиму зеленый, яркий, шикарный мох. Он подрастет у нас, и все будет с ним в порядке. Значит, что мы делаем? Берем контейнер и прям пластами, корешочками вниз мы его вот так вот укладываем, как бы ставим. Берем дальше. Пласт за пластом так и будем его укладывать. Ну, если попадаются у нас огромные там листики, мы это можем убрать. Но сильно я на этом, если честно, не зацикливаюсь. И на прямых солнечных лучах. Вот говорю, здесь есть, скажем, пространство. Крышка вообще неплотно прилегает. Но никаких дырок на ней я не делаю. Этого достаточно.
Вот посмотрим через время, во что он превратится. Он дорастает аж прям вот до верха, до верха. Вот. И хорошо. Бывает, я отрезаю низ и опять ставлю. То есть низ, если надо мне прикрыть у орхидейки сверху грунт, вот я использую низ. Если мне надо поместить мох в посадку, я использую вершки, чтобы он там рос, благоухал и было комфортно орхидейке, ну, в принципе, ему. Вот все мое хранение, весь мой уход. Подливаю водички крайне редко. Ну, конечно, сейчас, как я говорю, контейнер не полный, но я думаю, мы эту проблему решим и наполним его при удобном случае. Так, давайте что-нибудь с вами еще пересадим. Так, вместе с вами предлагаю пересадить данные экземпляры. Пересадка требуется у меня гораздо большему числу растений, но вместе с вами мы займемся именно этими. Это оценочка. Получала, как я помню, в прошлом году. Так и сидит. Уже, ну, видите, в каком состоянии. Есть подгнившие корешочки. Мох, если честно, уже прям попахивает очень неприятно. То есть вот эту растюшечку мы сегодня с вами пересадим. Они были напоены специально перед. Так, вот эту растюшечку. Думала, она у меня погибнет. Была очень... Ну, такая, еще вот этих листочков не было. Тоненькая маленькая шейка. Видно, тут сейчас обработка была максимум. И пол шеи у этой тоненькой шейки, господи, блин, пришлось сносить. Это сейчас она уже такая толстенькая была, совершенно другая. Ну, честное слово, я думала, растюшечка вот в этом месте не выживет. Обработала я ее привикуром неразбавленным прямо в эту дырку. И потом уже... Через какое-то время еще максимум растюшечка выжила. Даже после этого уже дала тут несколько листиков. Корешков, как я вижу, внутри нет. Они только здесь, на поверхности. Вот этот хочу заправить в посадочку. В общем, пересаживать будем и ее. Далее пересадим катасетум, который пришел у меня, по-моему, в прошлом или уже позапрошлом году, в мусорной такой, ну, неудачной посылке. Нате боже, что вам не гоже. Очень много орхидей оттуда погибли. С продавцом, ну, случились определенные сложности. Тоже ссылочку оставлю здесь в правом верхнем углу. Кто не видел, поеденные клещом пришли растения. Ну, в общем, она до сих пор по сей день сидит в угле, как пришла. Вот, и отвратительно себя чувствует. Естественно, не растет. В общем, будем и менять посадочку. Это растение даже не знаю, кто мне дала ее знакомая. Говорит, пересади. Я говорю, что это такое, в чем она сидит. Я так понимаю, что тут какой-то перлит. Что-то еще. Ну, вот корешочек есть, радует. Но я так понимаю, то ли она еще тоже подгорела на солнце, то ли что. Что за растение, я не знаю. Листы плотные, тонкие. Ну, в общем, попробуем ее до ума довести. Так, и что? И вот эту вот красотку. Это Orange Sorbet. Ой, что она мне вытворяла в цветении? Я вам уже показывала. Вот этот кто-то думал, что это покусали трипсы. Нет, это не трипсы. Это орхидейку я получила. Листик был вот в таком состоянии. То есть вот остальное, это он вырос. И вот эта щеребинка осталась... Ну, это не покусы трипса, это тут как-то вот он там так вот замедлил свой рост, и на том этапе роста вот такое случилось. Но если вы присмотритесь, то трипсом не пахнет. Что она мне выдавала? Она то какие-то цветы полубабочками открывала, нижние защипы, то с тремя лепестками, то с пятью, шестью, семью. В общем, и сама такая, как змея вывернутая. В общем, что-то с ней творится не так. И вот посмотрите тоже. То есть вот листик, должен был пойти вот сюда листик. Он остановился в зачатке, он не обломан, ничего. Сейчас попробую вам показать. Вот он там в зачатке так и остановился. Где-то я фоточку делала, попробую найти, ставить. И
дальше не пошел развиваться, то есть вот тут вот так вот он и застрял, застыл, и опять пошел вот этот лист. Ну, в общем, она какая-то странная особа, при этом имеет, вот видите, тут уже, не знаю, что, засоленный у нее субстрат наглухо, в общем, тоже будем ее пересаживать. Также есть у меня орхидейки, которые требуют пересадки, уже не пересаживались 2 года, которые сидят в мху. Значит, что буду использовать? Это стимул и вот такой вот препарат от Компо. Значит, биостимулятор роста растений на основе экстракта морской водоросли.